молодежи ГУДОУ Рекрузи Анатолий и Максим. Максим, откуда? Прямая трансляция. Прямая трансляция. Из Грузии. Из Грузии, да. Уже Грузия. Так. И мы сейчас готовы полететь на параплане. 2001 год. У нас сегодня, по-моему, 11 или 12 июля. Макс, ты готов час нас дернуть назад? Готов. Пойдем назад. Хорошо, пошли назад. Побежали. Не падай. Пошли вперед. Пошли вперед. Все, полетели. Уху! Право-влево. И прям мы с тобой по траектории начали бегать вправо-влево какими-то провалами. Давай еще раз правую коленку так же. Удобно сидишь? Скажи, удобно. Удобно, самое главное, что удобно сидеть. Ну все, ребят, мы в воздухе. Прямая трансляция. 60. Какая красота просто. Да. Прелесть. Природа. Сразу на смс-ку. Вот, смс-ка это поворот перед въездом в этот туннель. Вы его проезжали. Ага. Да? Просто прелесть. Там будет немножко. Правую вверх коленку, не? Нормально? Что, говорю, правую. Не, правую вверх. Да не, расслабляю. Прямо? Ты уже контролируешь, да? Да я давно, да, я просто тебя усадить хотел. А, я понял. Не, я хорошо, я хорошо. Подруга, может, неудобно сидишь. Ну ладно, все. А теперь правую залучился. Ага, дай ко мне камеру. Пока сделаю длиннее. Все, ребятки, летим. Стартовали, кстати, мы с высоты 2300 метров над уровнем моря. Каньон Араби у нас, реки Араби под нами, разница 600 метров, минус, вот, от 300. В общем, погнали. Посмотрим, насколько мы лаки, какой термик мы встретим, термик это восходящий поток. Ага. Насколько поднимемся вверх, будет зависеть от этого. Так насколько вес играет роль? Вес играет роль в слабых условиях. В данный момент я не солнце, там дает хороший регенератор. Ниже. Мы хорошо вошли. А это не мы. А, не они. Вон они. А, это не они. Подобные парапланы, я вижу, что они вошли. Сейчас поднимемся. Они потом стрелят. Красота просто. Кайф просто. Сколько у тебя прыжков? Больше 23, скажем так. Я уже давно не считаю. Невозможно прочитать. Вот. Прыжков у меня больше 3000 с парашютом. 3000 с парашютом? Вау. Ну что больше? Я понимаю, что совсем разные. Парашют и... Параплан, да. И че? А что больше удовольствие приносит? Знаешь, параплан. Параплан. Да, параплан реально. На параплане я целый день в воздухе. Ну да. Я целый день кайфую, я целый день в воздухе. Включаю этот мысль. Да, да. Сейчас буду выбирать хороший. А вот и наша.
Почему живот болит? Ну, не то, что болит, знаешь, начинается, короче, говорят, большая тошнота, вот эти дрон с собой, но я так понял, что это невозможно. Как ты думаешь, что за пилот? Что за пилот? Ну, я говорю, это мой брат. А, родной, да я знаю, родной, твой да, папа говорил. Родной, да. Он некоторые люди думают, твоим это познакомились. Некоторые люди не знают, что это важно. Молодцы, молодцы, ребят. Еще выше города, да, получается? С той стороны, думал, слева. Стой, нет, здесь не будет. Это Тбилиси. Все горы, вот они здесь. Ага. Тбилиси, что у нас на стрелке. Здесь будет это большое.
камеру давай тебе сделаю, что ты хорошо держал. Вот было классное видео. Эта камера. Вот так. Хорошо? Так. Это важно. Тогда будет вот, вот так. Вот так. Так. Да. Понял, там будет подключить видео. Ребят, мы планируем сделать небольшой акро, в общем, покрутим сейчас. Может, винкоер сделаем, там спиралькой закончим, завершим вишенку на торте, да? Вот, ну поехали. Давай. Да? Поехали. А потом заходи на посадку. Итак, я буду поворачивать вправо-влево, если вдруг тебе станет не очень, скажи мне, хорошо? Хорошо. Договорились? Договорились. Поехали влево. И сейчас будем вправо. Амплитуда будет расти. Да, в итоге мы сделали крыло лучше, чем крыло. Как дела так? Угу! Отлично! Угу! Вау! Вообще круто! Офигеть! Вообще нормально! Так укачивает. Укачивает чуть-чуть, да? Да? Ну вот, а ты за парашют и говорил. Представь себе, ты попал в небольшой свечу. Да. Так, камеру повыше теперь. Ну как повыше? На горизонт, горизонт. Насчет приземления, я скажу тебе, ножки вверх. Вот, так. Ножки вверх. Вот это хорошо. Становись на ножки, становись. Окей. Снимаем. Снимаем. Качало. Супер, спасибо. Первый слова. Ощущение слушаешь. Качало, не? Ну, так, покачало. Качало. Такое молчание. Ну, ничего. Даже этого сделал сам, да? Ага, покачало. Я его с горкой дал. Не добавил, а не добавил. Хорошенько покачало. Я сделаю вот так. Серенька, сначала карабиной. Раз. Я тебе и так сказать. Хорошо. Угу. Вперед. Фу, спасибо. От души, от души. Давай, с горкой. Ребят, буду говорить, Грузия, Анатолийская, да, Атлантида, да. Приезжайте, будете укачанными. Если будете брать элементы высокого этажа. Чао.